Да что такое? Держит они левую лестницу уже автоматически. Задаешь. Жесть, как я в нее не попал? Как тебе это сделал? А там еще один. Мы его автоматически все-таки убили. Не успел немного. Ай-яй-яй-яй! Отлично. Ах ты. Вот тебе жаль. Ближайшая там объект, именно статика, там стеной. Просто подходишь этот объект. Если примерно по меня кидают гранаты, я жду там за мешки. Я просто меняю свою позицию прямо перед эти мешки. И гранаты, конечно, взрываются за мешки, и я буду жив. Любая против. Другой вариант это примерно там маленький объект в комнате. Ну, примерно ящик и так далее, и так далее. Ну, гранаты взрываются там, где я. Например, то, что между игроками, между гранатами... Врёкся. Какой-то объект плотно. Где он? И сразу после этот взрыв я наступаю там в комнату и попробую там расстрелять. Оп. Я пока пытался сообразить, где мой винтовка. Что случилось? Меня кикнуло за 7 килов. Я не знаю, почему я так много сделал 7 килов, или что. Давай, Саф. Молодец. Ай. Я почему-то врезался в стенку, никак не мог это делать. Да, видел. Гранат. Радикально. Я вообще не видел, где кидал. Я был за стеной, когда кидал этот гранат. Yeah.
достаточно. А! Дверь церкви. Готов. 4 минуты надо брать. Да. А я думал, что это был мой человек. Не мой патроны. Потому что я только ноги. Я только ноги увидел. Сайс отдыхает. Коля, знаешь, что я хочу посмотреть, как ты работаешь там на подавлении. Не только с автоматом, но и с винтовкой там всех. Я не понимаю, почему только я работаю на подавлении. Ой-ой. Я чуть не разбежал. Оу.